Всем привет, друзья, с вами Виталий Буц и регулярный новостной выпуск от No Mercy Radio. За его поддержку благодарю Илью Пономарева с Бусти и Дмитрия Н. В Уфу с удовольствием, по крайней мере, о нашем приезде в Казань предварительный разговор уже поднимался. Slow Two Prevail записали новый трек, он называется Be Healed, и дропнули его вместе с анимационным манго-аниме-клипом. Первое, что бросилось в глаза, точнее в уши, у слоттеров появилось минимальное пение. Это интересно, вокальный инструментарий расширяется и, кстати, звучит неплохо. Также в уши бросились героические эпичные синты, и лично на мой вкус с ними слегка переборщили. В проигрышах повторяется весьма прокачивающий раймштайновский рефак. Текст на этот раз обошелся без вставок на русском. Самый интересный кусок, на мой вкус, начинается после третьей минуты. В конце клипа «Почти память», покинувшего нас в 2021 году, японца Кентаро Миура, как я понимаю, автора манги «Берсерк». В следующем году обещают альбом. В прошлом выпуске мы обсуждали кадры из белградского концерта 30 Second to Mars, где Джаред сказал, что когда все закончится, он надеется, что все временные релоканты вернутся в свои города, а он приедет ко всем с концертами. Многие в комментариях на это возразили, а что ему мешает сделать это прямо сейчас? И вот появилась информация, что 30 Second to Mars могут приехать в Россию за 100 миллионов рублей или миллион долларов. И тут я решил прикинуть, что нужно организатору для того, чтобы отбить эти бабки. Например, если на концерте в Москве продавать билеты на их концерт за 5000 рублей, нужно будет продать 20 тысяч билетов, добавим сюда аренду самой площадки, а с такой вместимостью это должен быть стадион и рекламу. Грубо говоря, продать нужно будет минимум 30 тысяч билетов. Само собой, помимо этой суммы, музыканты рассчитывают на отель с президентскими люксами, индивидуальное меню отличного шеф-повара и службу безопасности. На самом деле, как будто для такой группы это вполне адекватные условия и вполне вывозимые для организатора, тем более если учитывать, насколько сейчас публика изголодалась по привозам артистов такого уровня. Ребята из System of a Down активизировались. Начнем с Сержа Танкяна, который выпустил клип на трек, который называется Appropriations, со своего свежего мини-альбома Foundations. Текст песни посвящен обществу и необходимости поддерживать любовь, отсутствие осуждения и креативность – это единственный выход из того беспорядка, который мы сотворили с нашей так называемой цивилизацией. Подписываюсь. С выходом дебютного альбома поздравляем и басиста System of a Down Шаво Ададжана. Его группа называется 7 Hours After Violet, что в аббревиатурной версии выглядит как ШАВ. Сам альбом называется так же, как и команда, и состоит из 11 достаточно годных треков. Вот этот мне особенно понравился, он где-то с нотками Deftones, где-то, само собой, System of a Down и легкой брутализации в конце. Новый трек с узнаваемым фишево-бринговским вайбом вышел у Поппи. Называется песня The Cost of Giving Up. Звучит в меру попсовенько, но вроде где надо, гитарки жужжат, кое-где есть пару криков. В общем, послушать можно. На самом деле у нее вышло даже два сингла, но второй еще более попсовый. Поэтому я здесь решил сконцентрироваться на The Cost of Giving Up. 15 ноября выйдет альбом Negative Spaces. Посмотрим, какие треки будут преобладать там. Недавно вернувшиеся с новым треком после долгого перерыва Safe теперь сняли на него еще и клип. Речь идет о треке «Сердце матери». В клипе Вика с Майей знатно покрутили мельницы. Посмотреть, как это происходит живьем, можно будет 29 ноября в московском клубе «Изи». Собирается кто-нибудь? А еще, если здесь есть такие, кто не поленился и посчитал, сколько раз фраза «Сердце матери» повторяется в песне «Сердце матери», напишите в комментарии. Сердце матери горит у каждого внутри.
Сингл под названием «Глупое сердце» совместно выпустили IDFX и Litium. Разбитые сердца, слезы и горечь от любви, все как мы любим. Получилось очень лирично, местами даже душераздирающе. Супер красиво, музыкально и эмоционально. С идеей увидимся 6, 7 и 8 декабря на Килогерце Фесте. Новый тречок вместе с видео выпустили горячо любимые мной флоридские Мари The Regimes Video Parades. Песня называется Home Improvement. Клип в шашечку с желтыми лепестками и слепонами. Песня миленькая, с классным крепким припевом. Ребята играют уже больше 20 лет и до сих пор держат марку. Продолжение темы женского вокала, в сегодняшнем выпуске его много. У московской группы Crow вышел новый сингл «Беги» вместе с прикольным бэндплей-видео. На вокале эффектная Юли Кроу с клыками, фотомодель глянцевых журналов и, между прочим, экс-ведущая солистка кремлевского балета. На гитаре Ромик из уже упомянутой сегодня IDFX. Остальные ребята тоже в порядке, группа не боится экспериментировать. В этот раз получилось как никогда дерзко. В куплетах как будто раздали прям такого хорошего инвертора женским вокалом. Посмотреть на группу живьем можно будет 26 октября в Питере и 2 ноября в Москве. За небольшой дозой рэпа перемещаемся в Рязань, где новый клип на трек Came Out Hey кириллицей вышел у местной группы Came Out Hey уже латиницей. У ребят прикольный подход к релизам. Они выходят в рамках альбома сериала «МакГаффин» по серии в месяц. Пластинка посвящена концертному маскоту группы по имени Молчун. Есть даже карта этого альбома, где показан его путь. То есть у ребят есть планы, они его придерживаются. Заценить живьем, как парни рубят свой рэп-рок, можно будет 19 октября в Питере, там они будут вместе с Мегамозгом, и 9 ноября в Рязани вместе с группой «Нити». По-моему, прикольные чувачки. В день, когда вы смотрите этот выпуск, вышел новый сингл «Нуки, не нужны», напишите, как он вам. В ностальгической рубрике с отгадыванием сегодня фрагмент клипа на трек с пластинки, конечно же, 2007 года. Кто помнит и узнал, откликнитесь. Жителей Подольска и ближайших окрестностей приглашаю на концерт 2 ноября, где мы будем играть группой «Дергать», которая будет праздновать свой 23-й день рождения. Скрывать невозможно, затянутой улыбкой нужно. Минули жаркие дни, и бабочки переварились внутри. А на следующий день, я надеюсь, не менее успешно, повторим то же самое уже в московском клубе Life Stars. Для вашего удобства ссылочки на встречи оставлю в описании. Ну а я на этом с вами прощаюсь, дайте фидбэк, как вам этот выпуск, о каких новостях стоило бы рассказать в следующем. Напоминаю, что No Mercy Radio можно не только смотреть на YouTube, VK и Дзене, но и слушать на сайте nomercyradio.ru. Заранее благодарю за поддержку, лайком, теплым словом в комментариях и копеечкой на поддержку узких штанишек моего Ивана на коленке. Обнимаю, до новых встреч. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. No mercy.